Вы слушаете авторскую программу «Открытое сердце» с Ольгой Онищенко. Программа, которая исцеляет, ободряет и помогает проходить трудные ситуации в жизни. Во-первых, хочу ответить Игорь Брезюк. Он очень благодарен за ваш ответ и спрашивает: Ольга, где можно купить твою книгу? Я хочу ему ответить. У нас в Портленде моя книга уже есть в русских магазинах. Персида. В Портленде на Division есть книжный магазин, магазин Премьер русский, в Ванкувере Гастроном. Даже есть в русской аптеке на Форсплейне. Но я думаю, люди в Америке образованные, знают, что такое Amazon. Заходите просто на amazon.com, печатаете Ольга Онищенко, Onischenko, и вы найдете мою книгу, и не только мою книгу. Вот вы сейчас что-то узнаете. Вы найдете мою книгу на русском языке, называется «Puzzle Илюши», на английском языке «The Puzzle of Elijah». И также там есть и много моих буклетов исследований. Просто места из Писания. Как я могла найти ответы на мои вопросы, как не только через Библию. Я просто брала симфонию часами, неделями, рукой выписывала места из Писания. И так я находила многие ответы на мои вопросы. И хочу, друзья дорогие, может быть, в первый раз сделать рекламу. На Амазоне вы найдете мой буклет. А все места из Писания о радости, веселье, рукоплескании, хороводах, ликах. Я вам честно скажу, просто Бог нас повел, это наше личное, как бы, хождение с Богом, да, но мы перешли в общину, где вот эта вся радость есть, а меня научили, что это все грех. Я все это очень сильно исследовала, и я помню, мне было, когда я читала, как горы радуются перед Богом, как природа рукоплещет, как птицы славят Бога. Мне было так стыдно, что я так мало славлю Бога. Мы обычно ноем, просим, плачем. Мы так мало славим Бога. Кто хочет научиться славить Бога, просто приобретите этот буклет. Это не я, это все места из Писаний о радости, веселье. Иисус сказал: радуйтесь и веселитесь, ибо ваша награда на небесах. И говорят: веселись в духе. Как это понять? Там в буклете очень много мест из Писания. Извините, что мы немножко отошли от темы. Ольга, это же великолепно, потому да, что да, кажется, ты уже сделала такой большой труд. И, видимо, это имеет под заглавием, да, радость и ряд священного, места священного Писания и так далее. Уже готово все взять и читать, и радоваться, готово. И воспринимать, да, это открытым сердцем. Второй буклет, который я сделала, это все места из Писания о законе Божьем. Закон свят, кто под законом, тот под проклятием. Пойми. И опять сложная же своей тема. Рукой выписывала все места из Писания. И если бы вы знали, что творилось у меня в сердце, мне хотелось рыдать перед Богом, что это все написано, а я не знала. Меня не научили. Я хотела прыгать до потолка, что я узнавала. Бог слава открыл, Богу. Знаете, вот как записывалось сердце. Да. Жаждущему сердце Бог слава открыл, Богу. Ольга, чистым, чистое сердце узрит Бога. Знаешь, вот для тебя Бог заново родился, да? Вот через Священное, да, Писание. Потом в следующий буклет я сделала все места из Писаний о заповедях Божьей. Какая это святость. Важно. Какая это святость. Так что, дорогие друзья, если вы еще не знаете Ольгу Онищенко, просто зайдите на Google, и вам очень много выдаст. Эти все буклеты мои... на русском, на английском, на Ольга? Русском, на русском. На русском. Спасибо. Да. Все мои YouTube-видео, все вот эти радиопередачи. Почему я это делаю? Потому что я вот какая-то такая. Если мне болит, я думаю, что всем болит. А если мне хорошо, мне кажется, что всем хорошо. И то, что проживаю я, какие у меня вопросы, я знаю, у людей тоже есть эти вопросы. Людей очень сильно люблю, и поэтому я, как один раз написала: подари себя миру, получишь весь мир в подарок. Чудесно. То, что Бог мне открывает, я делюсь с людьми. Вышла в свет новая книга под названием «Пазл Илюши». Эта книга – история обычной семьи, столкнувшейся с необычными обстоятельствами. Автор книги – Ольга Онищенко. Порой в жизни, столкнувшись с трудностями и горем, людям нелегко понять друг друга –
и, пройдя тяжелые жизненные ситуации, получить душевное исцеление. История, описанная в этой книге, не оставит равнодушным никого. Книгу «Пазл Илюши» можно приобрести на amazon.com, в книжном магазине «Персида» в Портленде, в русских магазинах «Гастроном» и «Премьер» в Ванкувере, а также по телефону 360-521-92-40. Книга также издана на английском языке. «The Puzzle of Elijah».